Более 20 лет Дом творчества «Звездные», более известный многим горожанам как Дом пионеров, занимал детей различными кружками и секциями. Сегодня «Звездные» двери закрыты для постояльцев. И никто точно сказать не может, почему. В подробностях непростой ситуации разбиралась Евгения Константинова. Сергей Ищенко несколько раз в неделю встречал школьников на своих занятиях по карате. Уроки борьбы проходили в стенах Центра творчества «Звездный». Но в сентябре месяца прошлого года директор «Звездного» сказала, что занятия придется прекратить, так как здание нуждается в ремонте крыши. Тогда Сергею сказали, что Федерация по карате сможет вернуться в родные стены в январе этого года. Но этого, к сожалению, не случилось. Потом эту дату перенесли на март. В марте я пришел, сказали, вот все, сейчас крышу убрали. Мы уже начали там отмывать стены и все прочее. Но солнышко пригрело, и все опять потекло. Сергей все это время занимался с детьми на базе гимназии номер 2. Кроме секции по карате, временный приют в разных школах города пришлось искать и другим дополнительным кружкам и секциям. Ремонтные работы в «Звездном» велись в течение всего учебного года. Стоит отметить, что за это время рабочие пытаются справиться с крышей. Если перевести работу на язык цифр, то получится следующее. Когда дожди начались не только на улице, но и в стенах детского творчества, администрации города депутатами было вынесено решение выделить из бюджета 19 655 000 рублей на капитальный ремонт кровли. Эта сумма была выделена в 2013 году, но ремонт, как впоследствии оказалось, был выполнен некачественно. Мы все-таки займемся в этом году. Но мы не потеряем здание, Сергей Борисович. И мы не сами для этого привели. Не потому, что там так сильно прохудилось, такое было время. Мы сами привели это. Мы вместе все. Вы и мы. До такого состояния. Но еще просто есть. Но сколько бы депутаты и администрации не выясняли отношения между собой, суммы, нужные для ремонта «Звездного», меньше не становятся и работы не продвигаются. И снова цифры. В 2015 и в 2016 году на приведение в нормативное состояние «Звездного» планируется выделить в общей сложности еще почти 83 миллиона рублей. Что смогут сделать на эти деньги, непонятно. Известно лишь одно, что когда деньги будут выделены, их может оказаться уже недостаточно, ведь сегодня здание находится в прямом смысле в плачевном состоянии. Все, крыша течет. А, так мы другие подрядчики. Вы сейчас чем делаете? Бикросом? Нет, это не мы. Бикрос конечно, резины заливает. Получается, в прошлом году деньги были выделены. Ремонт был сделан зимой, крыша потекла. А спросить сейчас не с кого абсолютно. Ну, администрация может уходить в суды, и это может длиться до бесконечности. Нужно усиливать управление капитальным строительством. Кто непосредственно занимается контролем, сметами, ремонтами, утверждает и контролирует. От того, что за ремонтными работами нет должного контроля и его раз за разом приходится переделывать, тратя все больше и больше денег, прежде всего страдают дети. И сколько времени им еще придется лишь рассматривать Дом творчества снаружи, в то время пока «Звездный» стоит, выращивая в своих стенах грибок и храня тишину, никто точно сказать не берется. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль ТВ».